солнце появилось. В вагоне много гастарбайтеров едет из республик Средней Азии. Вагон весь пропитан запахами абдоширака, там жёлтана, ну и прочими специями. Дышать нечем. Вагон оснащен двумя биотуалетами. Пока продукцию местного ресторана, вагон-ресторана, не предлагали. Станция какая-то. С левой стороны, по ходу поезда, такая же картинка. Едем в первом вагоне локомотива. Наверное, слышны звуки его. Вот населенные пункты. Что такое? Понятия не имею. Но живут люди. Надо полагать, неплохо. С левой стороны, походу, там очень много домиков современной отделки. Сайдинг, цветной шифер. Профнастил. Красиво. Но это с той стороны. Ели зеленые. Лиственницы еще не проснулись. И березки спят.
чувствуется уже снег рыхловатый, чувствуется приближение весны. Недолго еще холодам, морозам. И температура, наверное, около нуля, может быть, минус один. А может быть и плюс. Красавицы, какие березки, а? Недолго осталось, когда все зазеленеет, белый цвет уйдет, на смену придет зеленый, трава, все остальное. Все спят, по крайней мере у всех, в том числе и у меня, горизонтальное положение. Необычайно красивая и необъятная Россия. В любом регионе, в любой точке России. Вот дома брошенные, домик брошенный. В любой точке России очень красиво. В любом регионе. Вот этот поезд Москва-Улан-Удэ будет проезжать вдоль величайшей, на мой взгляд, реки Селинка. Очень красивая, тихая и, как мне кажется, мечта рыбака. Мечта рыбака на удочку, на спиннинг. К сожалению, мне не удалось там порыбачить, половить рыбку, но уверяю вас, кто увлекается рыбалкой, если вы побываете на реке Селинга в Бурятии, то не пожалеете. Да много на востоке необычайно красивых рек. Но взять хотя бы реку, вот это Беза, как нефти качкали, как я, скважину проехали. Много на востоке приличных, даже по размерам рек. Еще одна из них, например, Вира. По имени этой реки назван. Вот проезжаем хуторок или что это такое. 4-5 домиков и все. Река Бира. Ее именем названа столица еврейской автономной области Биробиджана. Тоже река широкая, полноводная и очень красивая. Сейчас просто по памяти не могу вспомнить все реки, но уверяю вас, и вот река Уссури тоже, но уверяю вас, если смотрите мои видео, поверьте, что рек, кроме общеизвестных,
Амур, Волга, Дон. Что там еще? Днепр. Ну, такие реки раскрученные, на слуху все знают. Никто не спорит с их красотой, с их величием. Но далеко-далеко не все реки вот так вот на слуху. Из тех рек, которые вот на слуху у людей, это процентов, может быть, 5 от того, что вот мне удалось увидеть, посмотреть. Да, блин, включили музыку, теперь звук придется отключить, потому что блин, нахрен нужно это. Вон стоят это бензокачки, нефтяные качалки, скважины. Как будто нормальных русских песен нету, надо вот хрень какую-то включить. Или там или что там рандовое, или ой. Как бы перебивать этот звук, потому что это начнет YouTube опять там ругаться, что использование чужого контента без разрешения авторских прав. Не знаю, шумит, орет это. Шалом алейхам. И звук никак не убавишь, блин. Это людей, наверное, будет, чтобы заказывали кофе, чай. Если слишком громко будет слышно, этот участок я вырежу. Я имею в виду с аудио. Хоть сам по песне да забивает этот долбанный звук. Я повторяю, что этот YouTube начинает ругаться. Системный администратор, что использование чужого контента. Во внимание не принимается, что это фон и это не специальность. Авторские права, блин. Как бы заглушить все это, так называемую музыку. Лучше слушать мой трындеж. Стекло бы неплохо было бы помыть с той стороны. Ну, посмотрим, если будет этот перрон высокий, то протру, конечно. А так просто не достаешь, не достать. Какие холмы или что это такое, овраги, кустарник. Вот
как будто просили этого машиниста включить музыку. Кому нужно музыку, у того есть свои плееры, надели наушники и хоть на всю громкость включай и слушай. Борщит там музыка какая-то. Анекдоты включили. Или есть авторское исполнение каких-то произведений, рассказы. Есть театральные постановки. Вот включили бы театральную постановку, а там заезжено до такой степени этот хит, или как их еще называют. Ну, репертуар, наверное, для поездов устанавливает МПС, РЖД. Зачем они такое включают музыку? Кто определяет ее? Так, что у нас там на горизонте? Там на горизонте. Ничего определенного нет. Перелески, холмы, овраги. Ничего. Видно, как вблизи дороги снег темнеет и волнами, полосами. Не знаю, видно, нет на картинке. Ноздреватый снег. Это говорит о том, что скоро ему придет трындец. Я стараюсь говорить, чтобы никто не слышал. Странные взгляды такие у пассажиров, у попутчиков. Чего там сидит старый, бормочет.
Я ни разу, например, не видел, чтобы кто-нибудь ехал в поезде, снимал и комментировал дорогу. Так что это для них тоже является не совсем обычным зрелищем. Но кто мешает, ребята? Едете, снимаете, комментируйте. Кто не дает? Неужели лучше тупо лежать, смотреть в потолок? Я вот не выспался немного сегодня, встал слишком рано, где-то в 3 часа, в 5 с копейками был уже этот отправление поезда, вот, то есть не доспал немного, но вот сейчас пока ехал, меня сморило в сон, полежал немного, поспал, сон прошел. Надо будет на этой остановке карту памяти поменять в 11:26. Ну, 1:10 еще, но все равно с запасом, чтобы уже было до конца светового дня. Со временем, наверное, будет прямая трансляция из всех поездов, из всех машин. Ну, может быть, не всех, а из специализированных. Потому что переизбыток информации – это тоже не очень хорошо. Это для меня недостижимая цель. Люди присматриваются ко мне, прислушиваются. Интересно наблюдать. Интересно, что они думают. Опять какой-то хуторок появился. Прилично довольно-таки. Дорога рядом проходит. Что это такое, пока не знаю.
С обоих сторон, кстати, по ходу поезда. Сейчас посмотрим, какая станция, наверное, будет здесь. Если будет останавливаться, сколько будем стоять. Вот и баньки, и сарайки, и хаты, и теплицы, и подсобное хозяйство. И ребятам, кто живет здесь, по барабану все эти санкции, все эти угрозы. Порвать экономику России со стороны Обамы. Вон красивые синие крыши, шифер, наверное. Вот, сейчас по всей вероятности остановимся, потому что скорость замедляет. Так, что же такое? Чернушка, станция Чернушка. Станция Чернушка. Вот она, Чернушка. Пойдем. Вот так, опять Чернушка. Это четко зафиксировали мы. Так. Ну что, успеем выйти покурить? Нет. Временная остановка.